В этом году Даугавпилсу впервые доверили проведение таких престижных стартов, как этап чемпионата мира по ультрамарафону. Спортсмены должны будут на время пробежать дистанцию в 50 километров. Как отмечает организатор Андрис Дудалс, лишь лучшие из лучших прибегут на финиш первыми. Представители Федерации ультрамарафона сделали выбор в пользу Даугавпилса не случайно. Мы приезжали, смотрели наши предыдущие марафоны. Ну, по такому взаимному соглашению мы решили пробный этап Кубка мира провести у нас. В мире всего проводится этапов таких 15, и на них можно выполнить норматив для участия в финале, который состоится в октябре, там, где уже соберутся самые сильные бегуны, элита. Ну, у нас пока где-то сейчас уже на данный момент заявилось 45 человек. Это представители Америки, Польши, Литвы, Латвии и Украины. Андрис Дудалс также планирует принять участие в марафоне, но вот удастся ли ему улучшить свой прежний рекорд, спортсмен сомневается, хотя приложит максимум усилий. Но с другой стороны, дома и стены помогают, плюс трасса знакомая. Это будет проходить по дамбе у нас, это будет круг 4 километра, так что все зрители с удовольствием могут посмотреть, как будет идти борьба, потому что, в принципе, собираются такие, по крайней мере, с Литвы и с Латвии собрались все сильнейшие на этой дистанции ультрамарафонцы. И все будут зрители спокойно могут в парке смотреть на это мероприятие и следить за ходом борьбы. Сколько им кругов придется пробежать? Ну, им придется пробежать. Один круг будет маленький, 12 больших кругов по 4 километра. Этап чемпионата мира по ультрамарафону состоится в воскресенье 3 июля в парке Дубровина. Начало в 10 часов. Кроме того, после окончания основного забега состоятся детские и семейные старты. Движение в это время вблизи парка и на дамбе будет закрыто.